памяти героя Советского Союза Александра Типанова посвящается ежегодный турнир молодых дзюдоистов «Общество трудовые резервы». Для юных спортсменов и их наставников традицией стало посещение мемориала. Здесь мужественный воин закрыл своим телом амбразуру вражеского дота. Почетным гостем турнира стал племянник героя Саша Типанов, курсант Пушкинского военно-морского училища имени Попова. Этот представительный турнир всегда собирает в городе на Неве множество участников из всех союзных республик. Вот и нынче их было более 200. Спорт поможет ребятам приобрести такие необходимые в жизни качества, как силу, мужество, решительность. Финальная схватка. Весовая категория спортсменов до 55 килограммов. Победу одержал Саша Филипюк, десятиклассник 430-й ленинградской школы. Ступени пьедестала юношеского турнира – первые ступени на пути в большой спорт.